Выйти на сцену и сразиться за титул самой красивой девушки – мечта каждой представительницы слабого пола. Но немногие знают, сколько усилий для этого необходимо приложить. В день конкурса за кулисами участницы традиционно волнуются и нервничают. Вспоминают движения, репетируют дефиле и наносят последние штрихи макияжа. На сцене у нас будут софиты, да, которые выбивают контрастность из цвета, скажем так, да, из формы. Поэтому в данном случае это насыщенность. Ну и макияж у нас вечерний, праздничный, поэтому блеск побольше. Поводов для волнения предостаточно. Сотни людей наблюдают за каждым движением. Жюри оценивают все – платье, макияж и умение держаться на сцене. В этот раз свою оценку красоте поставил и звездный певец Иракли. У него свои критерии отбора. С журналистами он поделился мнением, какой должна быть современная девушка. Очень многогранны. Ведь женщины это, помимо того, что они могут быть любимыми девушками и женами, они еще ведь мамы, они дочки, они сестры, они бабушки. Вот. И вот много вот этих, из этих граней у девушек, мне кажется, немножко позабыто. Все по своим местам, последние приготовления и ведущие объявляют первый выход конкурсанта к дефиле в коктейльных платьях. Пока претендентки на заветный титул переодеваются, на сцены выходят юные красавицы. Несмотря на свой небольшой возраст, девочки уверенно шагают по импровизированному подиуму. Кто знает, может, среди малышек в будущем окажется мисс Республика Крым, а может и мисс Вселенная. Крымские красавицы сменили не один образ. Выход в купальниках, в кожаных куртках, свадебных платьях и финальное дефиле в вечернем образе. Конкурсантки могут вздохнуть с облегчением. Самое сложное осталось позади. Теперь главное дождаться результатов. Жюри уходят совещаться. А на сцену поднимается певец Иракли. Наступает самый волнительный момент – оглашение результатов. По итогу корона мисс Республики Крым 2019 досталась 22-летней красавице из Ялты Екатерине Луганской. Знаете, я думаю, что это для меня как самоутверждение, это новые эмоции, это новые знакомства и новые впечатления, как для каждой из нас, девушки. На сцене все отработано до мелочей. Каждое движение и каждый шаг выверен до миллиметра. Но всему этому предшествует неделя подготовки. Девушки, которые о подиуме лишь мечтали, становятся на один вечер профессиональными моделями. Подготовка шла очень усиленно, интенсивно. Мы занимались по 3 часа, по 4 часа подряд. То есть эта тренировка шла. Конечно же, всегда бывают какие-то неприятные, может быть, экстренные ситуации. Но в целом девочки справились. Они умнички, каждая из них особенная, каждый молодец. Теперь победительница конкурса «Мисс Республика Крым 2019 будет покорять всероссийскую сцену на конкурсе «Мисс Россия», чтобы доказать, что крымские девушки самые красивые, грациозные и успешные. Яна Витренюк, Артур Добряков, служба новостей ИТВ.